Я от вас вообще-то ожидал какой-то актуальный номер. Так это самый актуальный номер. Почему? Я употребляю мельдоний. Так вы дисквалифицированы. Пошли вон со сцены. У меня заявление. Какое? Не так давно Рамзан Кадыров обещал взять все долги на себя, футболиста Локомотива, за то, что тот вышел в футболке с Путиным. Рамзан Ахматович, у меня 7 долгов за зимнюю сессию. Помогите, пожалуйста. Так, извините, пожалуйста, ты что несешь? Да это же верняк! Bye.